Добрый день, друзья! Сегодня я хочу показать вам вот такой вот небольшой импровизированный прудик, который соорудили в теплице для зимовки рыб. Вот, в частности, здесь живут гурами. Вот. Меченосцы, барбусы, анциструсы и один сом таракатум. Вот. Из растительности валеснерия. Вот. Роголистник. Пистия. И я думал, не знал, что это за растение было в начале. Когда я его взял из вот небольшого прудика, думал, что какая-то травка водная. В итоге из этой травки, которая была под водой, вырос вот такой вот куст рогоза. Сейчас он слишком большой, вот надо будет его проредить, оставить небольшой кустик. Остальное придется выбросить. Всем спасибо. До скорых встреч.